Разбитая плитка, переполненная мусорная урна, нарушение правил благоустройства и санитарного порядка разные. Предприниматели информируют об обязанности содержать в чистоте и здание, и прилегающую территорию. Но, похоже, не все готовы прислушаться. Собственник помещения, здания на углу улиц Крымской и Краснозеленых, не заключил договор с мусороуборочной компанией и сам не вывозит отходы. За нарушение хозяин привлечен к административной ответственности. В рамках реализации программы «Доступная среда» на улице Крымской работники фирмы «Конвентстрой» продолжают укладывать тактильную плитку по договору с администрацией города. 6 километров специальной плитки для слабовидящих людей постелят в обе стороны улицы Крымской. По плану все работы должны завершиться на этой неделе.